Трофимов, Берлей, Крик. 125 грамм, 995 рублей. По крепости это можно рассматривать как Blackburn, но единственное, эта курица значительно жестче. То есть это нужно очень хорошо греть, ребята. Не догреете, будет бить по горлышку. На умеренном, спокойном жаре, когда вы хорошо прогрели этот табак, чувствуется на первом плане элевая именно составляющая крикового пива. На фоне где-то там присутствует ощутимо кисленькая вишня. Но когда вы перегреваете чуть-чуть этот аромат, немножко остужаете, вы получаете прям ярко выраженную кислючую вишню с тонким-тонким горчичным оттенком и элевым послевкусием на фоне. Поэтому Крик от меня — это, наверное, одна из таких самых интересных, нетривиальных и необычных вишень. Как пиво я бы это использовать не стал. Для миксы, блин, пойдет, да и соло можно с кайфом покурить. А сейчас я вам расскажу про...